Итак, дорогие друзья, сегодня день зимнего, как говорят, равностояния, то есть длительность дня и длительность ночи абсолютно одинаковы. Поэтому я выбрал сегодня этот день для того, чтобы провести одно из, на мой взгляд, самых красивых мероприятий. Это демонстрация мод. И поверьте мне, что я совсем не рассчитываю и волнуюсь о том, что оденут и что будут показывать свои модели. Мне важно, чтобы те, кто принимает участие, и те, кто смотрит, усилили свой стимул к жизни. Вот это самое главное. Забыли о своих болячках, о тех неприятностях, которые, к сожалению, нас иногда сопровождают. Я хочу, чтобы и те, кто будет демонстрировать сегодня одежду, и те, кто будет смотреть, чтобы получили истинное удовольствие. У нас сегодня участвуют 24 модели. Кто-то не пришел. Ну, бывает и такое, но я считаю, столько, сколько у меня записались. Меня это очень радует. И я очень хочу, чтобы этот праздник запомнился вам надолго. Потому что такой конкурс мы будем проводить 4 раза в год. Следующий конкурс у нас будет весной, когда все желающие будут показывать свои модели весеннего сезона и так далее. Итак, давайте начнем. И, как я уже сказал, будем получать удовольствие.